Привет! Я, птицы, океан, солнце. И это великолепнейшее пространство. Передаем вам привет! И вот такие сверкающие бриллиантовые блики, энергии. Какие-то вот такие мозаики сотворения этого мира. Дорогие друзья, я хочу вам сказать, что скоро Новый год. И поэтому мне почему-то подумалось, что нужно сделать апдейт, обновление. И не ждать, когда будет уже декабрь, чтобы придумать, что прописать свои планы, мечты. Я вам предлагаю вот прямо сейчас, в ноябре, сегодня 17 ноября, дать время себе на то, чтобы стать самому себе продюсером и продюсировать идеи. Я не знаю, кто как хочет. Мне нравится просто вот ходить по таким просторным, красивым местам или просто там, где легко дышится, и думать, мечтать, чувствовать, что-то даже проговаривать, озвучивать, и тогда я улавливаю эти жемчужины. Вот что-то такое истинное, что откликается вместе с моей душой, с чем-то таким вот настоящим-настоящим. А вы можете взять огромнейший лист бумаги и начать разными карандашами расписывать свои мечты, желания. А можно даже просто попробовать все подряд туда. Что-то написать, что-то нарисовать. Что-то просто зачеркнуть и сказать: «Камон, я от этого отказываюсь!» Я обычно так не разговариваю. Это, наверное, энергия океана на меня так влияет. И такие прекрасные люди, как вот тот бегущий молодой человек. Он вам передает привет. Он об этом не знает, но он передает вам привет. Потому что мы все имеем один спирит, дух. Вот такое живое, вибрирующее состояние. Я человек, я в этом мире, я живое создание, я многогранное создание. Вот об этом и пишите, вот об этом и мечтайте. У меня такое ощущение, что я как будто выпила вино. Я надышалась этим воздухом. Есть такое озарение, что то, что вам нравится, то, что в созвучии с вашей истинной природой, это действительно дает такой пьянящий эффект, пьянящий аромат, такое расслабленно-радостное, восторженное состояние. Вот таким образом мы узнаем, что нам нужно запустить в программу, в реализацию, или, по крайней мере, просто как welcome приглашаю, что нам нужно запустить на 2017 год. Каждому свое, каждому то, что пришло время найти в этом мире. Найти не как вещь, не как что-то материальное, а найти свое проявление, проявиться, проявить эмоции. Проявить, кому-то нужно проявить тишину и почувствовать, как это быть, иметь мир в душе, иметь это такое безмятежное спокойствие. Кому-то нужно найти партнера, партнершу. Вот как там за моей спиной идут прекрасные люди. Вообще в Америке здесь все держатся за руки, но эта пара, они вот так идут. Но мы можем предположить, что они тоже очень, очень дружны, любят друг друга. И поэтому я вам желаю, чтобы у вас тоже были очень нежные, такие легкие, светлые, радостные отношения. Эта пара тоже передает вам привет. Они об этом не знают. Но вы же знаете, что мы все имеем один, единый, красивый дух. Я человек. А для человека в этом мире есть любовь, отношения, гармония, партнерство, даже дружба. Ну, не в смысле, что
только дружба, а есть и дружба. И даже если там нет любви, это все же очень ценно. И даже если просто у вас есть знакомые, и это просто вы знаете, что в этом мире есть эти люди, это уже connections, это уже некие такие связи, это уже наша общая система. Ну что, пойдем, наверное, к водичке. Как вы понимаете, а сейчас волны передают вам привет. И солнечные, бриллиантовые, игривые зайчики, блики на воде. И я. В своем любимом белом йоговском новом костюме. Это мне подарок на день рождения, на 46 лет. Чтобы я чувствовала себя так беленькой, белой, пушистой. Сама себе выбрала, сама объяснила, что своему другу, что мне очень-очень это до души, очень надо. И действительно, чувствую себя хорошо. Но так получается, что по большей части вот это хорошо, я создаю себе сама. И очень рада, если я могу создать это хорошо еще кому-то, знакомым людям, тем, кто меня знает, кто увидит это видео, если я его размещу. А просто так снимаю, потому что в настроении. И вообще мне хочется, чтобы мы друг другу как-то больше проявляли. Освещали, выражали, транслировали, излучали, направляли свет, искристые, радостные такие блики, настроения, душевности, тепла, радости. Я вам это передаю из этого пространства. Это Калифорния, это Лонг Бич, длинный пляж, который называется кристальный что-то, кристалл. State Park. So, мы передаем вам привет, и я уже в воде. Вы видите? Light and love. Свет и любовь всем вам, всем нам, всей нашей планете и мирозданию. Так, и берите лист бумаги и создавайте свое искусство на следующий 2017 год. И напишите мне, как у вас дела, что запланировали. Будем держать связь.